Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем концерт, который является четвертым из цикла «Сакс Дэй» сезона 2014-2015 года. Сегодня у нас большой концерт, он будет продолжаться где-то в течение 4 часов, 3,5-4. Мы покажем вам 4 ансамбля с программой по 50-45 минут. Музыка разная. Разные будут представлены разные стили, разные составы музыкантов. Я желаю вам провести вечер удачно, хорошо, вам будет удобно. Устраивайтесь и по мере возможности можете слушать, выходить, заходить. То есть у нас нет такой концертной обстановки. Итак, первый состав будет играть музыку группы, известной американской группы, это последовательный. Американского, известного американского барабанщика Chess Messengers, была такая группа под руководством барабанщика Art Blakey. И современная его последовательность – это состав, который называется One for All. Руководителем этого состава являются такие известные музыканты, как Джим Ротонти, Эрик Александр, Стив Дэвис. Значит, они будут играть музыку этого коллектива. Итак, я приглашаю на сцену, пожалуйста, альт-саксофон. Илья Чебаченко. Труба. Владимир Смирнов. Тенор-саксофон Виктор Потемкин. Барабаны Александр Акмаев. Данила Дубровин. Бас. И Матвей Григорьев, фортепиано. Я объявлю две композиции, даже вернее три сразу. Первая композиция, эта композиция называется «Pearls», «Жемчужина» Дэвида Хазлтайна. Вторая композиция «His Lordship», его высочество. Эта композиция также Дэвида Хазлтайна посвящена известному недавно умершему пианисту, американскому композитору Сидору Уолтону. И третья композиция – композиция тромбониста состава One for All Стив Дэвиса, которая называется «Visionary». Thank you.
И в заключение первого сета ансамбль сыграет две композиции. Это баллада, где солирующим инструментом единственным будет фортепиано Матвей Григорьев. Баллада Стив Дэвиса, которая называется «Letter to Mary». И последняя пьеса – это композиция Джима Ротонди «Stranger than Fiction». Thank you.
Илья Чумаченко, Владимир Стрельнов, Виктор Потёмкин, Александр Ахматов, Ахмаев, Данила Дубровин, Матвей Григорьев. Спасибо. Сейчас приглашаю на сцену квинтет. Это достаточно опытных музыкантов. Вы их уже слышали здесь на прошлых концертах. Это барабанщик Артём Фетисов. Пожалуйста. Лауреат международных конкурсов Виктор Геравкин. Международных конкурсов Антон Чекуров, Алексей Сапоров. Лауреат международного конкурса в Ростове-на-Дону 2014 Виталий Сидоркин. Лауреат всероссийских международных конкурсов Андрей Марухин, фортепиано. Три композиции. Это первая композиция, это композиция Джона Колтрейна, это называется «Moment Notice», в аранжировке Андрея Манухина. Следующая за ней композиция, это композиция современного американского саксофониста, преподавателя и композитора Дик Оуэнс. Композиция называется «King Henry». И следующая за ней композиция тоже преподавателя и известного альтсаксофониста Нью-Йорка Джима Снайдера, это называется «Smash».
Thank you.
И в заключение этого ансамбля исполнил две пьесы. Значит, следующая пьеса – это Винтон Марсалис. Композиция называется «Фризиниан Мэн». И композиция канадского саксофониста, Джорджа Роберта, называется композиция «Кин Тама».
гражданина. Антон Чекуров, пальцем сокол. Виктор Герасимов, пальцем сокол. Профессора Жанна Абрамовна Ингер. Это секстет. Так, на сцену выходит Александр Ахмаев, ударный, то есть, Виктор Першин, ударные инструменты. Николай Альшанский, контрабас. Лауреат международного конкурса молодых джазовых исполнителей в Ростове-на-Дону в 2014 году Анатолий Корчагин. Иван Акатов, труба. Лауреат международного конкурса молодых джазовых исполнителей в Ростове-на-Дону 2014. Иван Барышников. И Артур Лоран, тенор саксофон. Я объявлю сразу три композиции. Первая композиция – это композиция Брайана Винча, которая называется «Ада Шокс». Вторая композиция – это композиция Джерри Бергонзи в аранжировке Ивана Барышникова, называется «I Let You Know». И третья композиция – это композиция, это джазовый стандарт в аранжировке Артура Орлана, который называется «You Stepped Out of a Dream».
Thank you.
сам по себе две композиции. Это традиционная композиция, народная песня, будем говорить, это «Когда святые маршируют» в обработке Николаса Пейтона. И следующая за ней композиция, композиция Дэвида Хазелтайна «Captain's Song». Thank you.
Ковшин, Николай Альшанский и Корчагин. И последний коллектив сегодня. Ну, это для самых выдержанных. Так, я приглашаю на сцену секстет. Вот Антон Кузнецов, ударные инструменты. Дальше, пожалуйста, дальше. Выходите на сцену, выходите. Виталий Сидоркин, контрабас. Анатолий Корчагин. Антон Чекуров. Павел Суязов, труба приглашал. Данила Никитин, тенор саксофон. Так, я объявлю сначала три композиции. Первая композиция называется «Lost in Thought». Композиция Павла Суязова. Следующая за ней композиция Антона Чекурова «Новый день начался». «New Day Started». И следующая за ней композиция – это композиция Николаса Пейтона, которая посвящена Хоросу Сильверу, называется «Touch of Silver».
Thank you.
Исключение прозвучат две композиции. Это композиция Павла Суязова «Многий блюз». И последняя композиция называется «Девелопмент» Эрика Харланда. Thank you.
Павел Чекуров, Алексей Сапов, Павел Саяжев, Данила Никитин, Антон Кузнецов, ударный инструмент, Виталий Сидоркин и Анатолий Корчагин. Спасибо большое. Наш концерт закончен. Вот остались самые такие стойкие. Да. Последний концерт нашего цикла будет 27 мая. И выступят два саксофониста, это солисты оркестра муниципального бэнда «Игорь Блоток Биг Бэнд». Это Виктор Геравкин и Илья Морозов. Приходите, это будет последний концерт. Я думаю, что на следующий год мы немножко сделаем паузу. И Сакс Дэй, я думаю, не будет на следующий год. Так что мы прекращаем с вами действие. Надо сделать перерыв, я так понял, что, ну, как вам сказать, ну, теряется, так сказать, ощущение такого прикосновения к музыке. Но я думаю, надо дать передохнуть публике и нам тоже, чтобы найти новые формы воздействия. Я думаю, что мы привлечем через год. Год паузы нам поможет, и мы привлечем достаточное количество публики для того, чтобы помочь и клубу, и вообще, чтобы это действие было более не действенным, а насыщенным и наполненным. Спасибо большое. У нас концерт закончен. До новых встреч. Спасибо.